Я назад и смотрю. А сам съебался. Это не электро и не вертолет, но в нем, в принципе, музыка. Бля! Сейчас скину. Нихуя ты съехал. Причем так, знаешь, это, с размахом. Ты не здесь работаешь, ебу. А чё с дверью? Ебать. Зайди в очко и, блять, надо что-то расформировать, нахуй. Да они гасят, я не знаю, что здесь происходит. Они бота ёбнули. Погоди, погоди, я не хочу двигаться, потому что туда на очко в меня врезается. Я тут где. Ну я попробую чуть от...
Да не, я, наверное, все. Можно это, знаешь, что сделать? Можно сесть в одну тачку, на эскейп поставить. Как вот челик писал, типа там, короче, на эскейпе оно может целый час постоять. Там так ботов на повороте наспавнило, что я ебанулся просто между ними лавиром. Ага. А у них только два положения бывает. Никак и газ в пол, знаешь. Ты сядешь? Что там? Ты ёбнулся, что ли? Мне там скамейка смялась. Нет, тут инсургент пиздатый, но просто там, где его можно заказать. Тут они, видишь, все заказы подключали. И ёбнул с пистолетом. Ну, хорошая была идея. А когда ты переворачиваешься, у тебя получается, что вот этот вот огромный фюзеляж, который сам самолет как бы, он, ну, грубо говоря, он просто вниз направлен, но он уже не плывет по воздуху, а сопротивляется как бы. Ну что, ты будешь по ней спускаться? Скажи. Тебе помочь? Блять, поехали, дебил. Сука, что хочу, то и делаю. Ты мне там, блядь, заборчик чуть-чуть отходил, блядь. Специально, чтобы я в него въебался. Я не понял, я высрал. А, это мина. Ты понял? Ох, нихуя! Поехали! А чё там на меня чел залупил? Чё, хуел, блядь? Шёл нахуй отсюда, блядь! Я не понял, блядь! Тебе мало! Девочку заебал! Какого хуя? Хули я стол в пище? Да блядь, это вообще моя мать. Всё, отсосал, блядь. Чё залупился я вообще? Не понял. Да, вот именно так, блядь. Да,
мне написала, что я, если я не буду подводить команду и жульничать, то буду периодически идти нахуй. Что там внизу мерцало? На колесах, да. А в режиме Hammer мод? Не знаю, я не пробовал. Блин. Сейчас пищу. Я его не видел. Я тебе отвечаю. У меня тоже. Знаешь, было бы угарно, если бы оттуда до сюда доносилось типа You motherfucker! You piece of shit! Я? У меня все двери закрыты, все нормально. Все герметично. Пизда вам. Вчера там кубочки продавали. Так они будут оставить. Вот, слышите, я завтра не знаю. Да ты что? Продано. Мне 35 печали. Я умру сейчас. О, они перестали быть врагами. Заметил? Не, это долговязовский прикол. Все ясно, а автор долговязый. Это было мне мой поставить? А, все. Уже не оставили. По центру поля. А, ну попозже так. Сейчас, заказать что-нибудь? У меня спидели есть. Тогда я заказываю куруму. Далеко? Посмотри. Банально. Как этого бота передрать, не все вообще курили. Ёбаный ты папуас! Все, вы меня опрокинули. А я могу дальше бухать? А нет? Ебать, я так высоко в воздухе заспавнился. Оу, май! Давай проверим радио на рассинхронизированность. У меня сейчас Тейлофар сыграет. Тейлофас 1911. Так Дабфайр это Соломон. Это надо не разбиться. Еще один новый. Ничего, блин. Видел. Вот я бы не удивился, сейчас мини-купер, блядь, в правой полосе повернул налево. Так он, блядь, валит бодрее, чем половина спортивных машин в этой игре. А что произошло? Я
я тоже не понял. Товаров продано покупателю один из пяти. А что произошло? Не знаю, но только что я просрал где-то 300 тысяч. Прикольно, мне нравится. Не, ну я вижу. Ну и какого хера ты там со мной делаешь, блядь? А я сесть, кстати, не могу. Вот это я сейчас видел, кстати, вот я сейчас видел, как я. А я тебя каким-то очком зацепну, чтобы упал. Не, там еще звук такой смешной, типа, когда толпа там такой, типа, как будто, знаешь, как будто кусок говна шлёпнулся. Так он, блядь, валит бодрее, чем половина спортивных машин в этой игре. Не понял. А что произошло? Я тоже не понял. Да, я подожду. Заодно, пока машину заказываю. Вот, сука, вот именно этот голос надо вставить там, где я взорвался. О-хо-хо, а-ха-ха, блядь. Очень смешно, блядь. Сука. О-хо-хо, а-ха-ха, блядь. Очень смешно, блядь. Да и твою мать, а! У меня целое все, у меня целая машина. У меня абсолютно целая машина. Вот сейчас только разбитый чуть-чуть. Давайте еще вот более жирное заспавним. В следующий раз, если увидишь такую залупу, взрываю нахуй. Мне вообще прекрасно. Оу, вау. Заебал. Вы его, кстати, как поезд не снизит, да? Блин, у меня капот. Нет! Все нормально? Блин, я видел сейчас по небу проводился на секунду. Уха! О-хо-хо! Ты хера у них под капоткой интересная, типа. Я руль до конца повернут. Вокруг столба такую залупу описал вообще. Пока. Ты думаешь, так быстрее будет? Да что ты там за какую-то еще дикую висеть? Вот. Не побил. Вот это телепортировался. Ты думал, что у меня тачка сейчас взорвется? Хера, у тебя на ходу очко там что-то открывается. Охуенный.
на навигатор наебал. Дважды причем. Ты видел, что я сейчас под тебя заеб? Целиком. Знаете, на второй круг. Заходить, блядь. И да, ты дымишься, мать. Я заебал. Ты сейчас внутрь очка дымил. Блять, я заказал Валатус. Я смотрел в этот момент на твой Пхиус, и он нахуй сверху на Пхиус его поставил, блядь. Ну, Пхиус немножко подвинулся. Что ж, чтобы он влез. Хорош пиздеть! Она сейчас слышала, она пиздит у меня в ушах, короче. Да, 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 она бедная. Не понял. Чё лунжит? А чё с ними надо сделать? Так от них надо оторваться. А-а-а. Видишь, ты отрываешься тут. Хорош пиздец. Ну что, прорвало, блядь. Он и рулится нормально. Он такой немножко танковый какой-то, но в принципе нормально. У меня два грузовика заспавнились друг в друге. Мне, кстати, судя по моему свету, ты понимаешь. Блядь. Зачем? Сам ты боринг щит, блядь. Я не понимаю просто вот смысл, блядь. Смысл? Что он этим добиться хотел? Вот зачем он проехал на миллиметр вперед, чтобы я просто застопился от него? Да нахуя! Не, я не умер, но, блядь, ну это было очень по-пидерски. Ты бы на инсургенте назад ехал, если бы, блядь, там стихия не было, знаешь, чтобы просто разъемывать батон и не стопиться от него. Шесть минут осталось. Угу. Бокинг щит это миссия. Да нет, блядь, это пиздец какой фан щит, блядь. Я тут уже это мокрый сижу. При том, что у меня в комнате холодно. Куда они там собрались ехали? Там чел на мотике застрял в спине, я хочу. Отсосать не желаешь, блядь? Еблун. Я не понимаю, куда он там втопил-то, блядь, заебал. Ёбаный рот. А что тут всё забрало? Хули ты туда-сюда катаешься, затрахал? Ты в курсе? Пиздец. Тут тачка какая-то заебал. Это вот говномузыка. Что это, блядь? Там такая ебала, там два грузовика ебанули. Ну, тебя что,
там два грузовика со мной хпшкой против заспаунились, и они просто оба взорвали. Да, блядь! Саш там грузан затаранил ботов. И все заглохли, да? Они, они заглохли, иначе не скучно. Ты телепортируешься, блядь, тебе нормально. Ты у меня лежал вот здесь, вот. Вот здесь. Мотоцикл у тебя лежал вот тут. А потом в оба ТП что. Чё все поехали там, блядь? Я имею в виду, не спустя. Они, да, они раскачиваются, по-моему, и обратно. Я понял. Ну ладно. По-моему, далеко в первую точку я стану охуел, на самом деле. У меня там бот нарезался. Как он заспавнил этих пять грузунов с контейнером? Грузуны с контейнерами спавнятся на глазах. Нет, блядь. Заебал. Откуда там бот взял? Не знаю. Вот этого ведра здесь не было. Фантазия, конечно, охуенная. Ботов? Не, грузан живой, нормально все. Ты чё, охуел? Он взял мне, поебал бы пропускал. Какой нахуй поезд, бля? Охуенно, замечательно. Ты чё, угорай? Поехали! Почему он закрыл, блядь, когда поезд уже проехал? Там, короче, 30-й левел откладывается, там еще 50-й заспавнился. Блядь, Саш, ты не видел, что там, блядь, забор закрылся, когда поезд проехал, блядь? И там бот начал втапливать, когда он проехал поезд, блядь, и разгибал столбик, блядь. И шлагбаум. Спасибо, что не рулимся, нихуя. У меня лаборатория почти полная, я думаю, что она уже сейчас заполнилась, надо съездить. Угу. Блять, там какой-то еблан становится, блядь, сейчас. Это 50. О, вы, знаете. Шоу нахуй, ты не заебал. Потому что там 30-й левел опять здесь живет. Блять, Саш, Саша, блять, я залип! Ты чё, планишь? Блять, иди сюда. Что, не такой вообще плов покажу, блять. У меня дверь наполовину закрытая. Погоди, перекурь, а можно я сюда попаду, блять, заебал? Какая в пизду загрузка, заходи, заебал, о. Хуяй, блять. Он там делает, хай, блять. Шевели булками, блять. Ты не знаю, где он наполовину закрыл. Ты знаешь, я гикнул челика, блять, в этот момент, когда он закрывал, блять.
плаваешь, блядь, а не хуй. Будет, если я попробую все-таки открыть тут хитик? Ну-ка. Причем денег там уже нет, я их уже забрал. Ну, кстати, может быть. Я там подрочил провод, посмотрел в этом розетку там. Вроде все нормально, все там рабочее. Отлично, отлично, я захиспавнился в духе вообще. Ёбаный папуас. В какой? В тую врезался. Блядь, Саш. Хочешь прикол? Пиздец тут, блядь. Тут, короче, провода вообще не то, что близко, они вообще не подсоединены к, блядь, к лэпу. Кайф. То есть какой же бесполезный у меня механик, блядь, я еду. Знаешь то, что когда он нужен, он вообще никогда не даст пики. Какая там залупа? Что вы спите, блядь, Саша? Там такие, блядь, невоганистые, блядь, не больно, блядь. Что это было? Не тормозни, Сникерс, сосни. Хера я его выбросил. Кого? Посылку. Она у меня провалилась сквозь лестницу, а не упала. У меня она тоже провалилась только что сквозь лестницу. Прям как, блядь, по заказу в БГДРК культура. Бля, заебали. Когда там GTA 6? Пойдет. Ну хотя бы GTA 5 ремастер. Блять, ты своей залупой перегородил мне всю, блядь, трассу. А меня вот так бот протаранил, когда я чекпоинт заезжал. Залупа, блядь. Вчера ты мне очко помял. Так я в тебя как в бетонную залупу въехал. Ну у меня ведрище помялось, типа. Хера у меня этот фургончик весь в говнище. У меня тоже еще и жопа сдвинутая. По фазе? Не знаю, почему, блядь. Потому что. Пока чину. Я тебя понял. Ускоряй говно, блядь. Повернем, может быть. Я смотрю, тут же мотик валяется, блядь, без тела. Это я сказал, ускоряй, это он со светофора повернул, а на газ нажать забыл, блядь. Я ему помог. Я решил проблему кардинально. Не знаю, куда он там отправился, лишь бы нахуй. Съеби, жирный! Что, бип-бип? Давайте поезд доспавним. Там я челика сбил, блядь, он дал по дропам. Шэнк жирный чел. Он такой хуяк, блядь, подлетел и перепрыгнул через заборчик, с которой нельзя, блядь, перешагивать. Хуя себе ты, блядь, кишаешь кардинально. Ну, сука, еще и в горку, да ну нахуй. Иди, ну ёб, ну пока, блядь, рекламу смотрю. О-ха-ха! О-ху-ху, блядь! Ха-ха-ха!
Пиздец, я там столбик нашел. Идеальный год, сука. Блять, Саша, вот насчет идеальный бот у меня целый видос делается. По GTA-шке? Да. Но я только 10 минут сделал. Так, 10 минут ты выпускай. Не, по GTA-хе можно много смотреть, там смешно. Я просто по техническим причинам не могу сделать, выкладывать тяжело. Ебать, ты исчез! Поехали, дебил! Бля, Саша, ебать, я в трафе. Я что-то смотрю, там текстуры, по-моему. Там кто-то очком сбил. Да-да-да, он так подскользнулся, дико, ты видел? Я видел, как он подскользнулся, пиздец, там. Паки! Охуенно. Идеально, практически. Так, здесь я срезать не буду, я один раз здесь срезал уже, блядь. Чуть не утонул. Блять. Я этого ебла напрокинул. Ты у меня под водой сейчас проехал. Заебал. Ты меня телепортнулся, заебал. Ты вообще-то наехал мне сначала на голову, а потом под меня подлез. Телепортации? Да. Бля, я походу в эту точку нихуя не успею из этих ебаных волн, это просто. Я уже не успел. Я так летаю, бля, я вообще не ем. Это вам что? Там вообще нормально? Это что такое? Это тихий океан, да? Это тихий. Я не успеваю. Да. Сам грузак нормально светится, а вот прицеп, да. Зачем я спрыгнул с мотоцикла, блин, какой дурак. Помогите доставить. А моя она... Нет, она просто изначально далеко стояла, а вот средняя, она начала к ней съёбывать. Что тут за говно стоит, блядь? Я понял. Что, ты понял, прикол? Я понял. Мы наставили, блин, дерьма. Не, ничего, прикалывается. Какой камень? Я там так заискрился. Не, ну ты я там, блин, трупом. Залупа, бля! Ну, там чел пешком уходит и пиздит. Да, мы умерли.